ДТП спасло жизнь жительницы Калининграда. В иномарку Марины Смирновой на переднее пассажирское сиденье неожиданно сел посторонний. Потасовку в салоне заметили прохожие, но прийти на помощь никто не рискнул. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы автомобиль жертвы нападения не потерял управление. Нападавшего удалось задержать до приезда полиции. Объяснить свои действия сильно нетрезвый мужчина не смог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.